сейчас нормально стало. Так, поворачивайся на вот этот бок. Если отдышалась нормально. Да. Так, эту коленку к себе. Вот той рукой я держу. Просто придерживаю. Тут зацепили за стол. Нет, ногой, ногой. Ногой в обратную сторону. И смотри в обратную сторону, назад, 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 назад. Голова. Вот туда. На плакаты. О! Хорошо было, да? Отпускаем ногу вот так чуть-чуть. Все, ложусь на спину. Ой, нет, на живот, на живот. Так, ну вот сейчас как раз произошел хруст крестцового подвздошного сочленения. Он встал на место, и можем проверить ноги. Они были, конечно, всего на 3 мм, там разница. Сейчас вот по вот этим местам, по этим косточкам внутренним, можно видеть, что они равны. И пятки равны. Все, мы тебе выровняли ноги. Я прям ощущаю себя макарониной. Расслабленной. Очень хорошо. Так. Выдох. Теперь поворачивайся на спину. О, Господи. Молодец, ты хорошо расслабляешься. Чувствуется закалка йоги, да? Лучше добровольно это сделать. Отдай себе впечатление полностью. Вообще все отлично. Двигайся назад к голове. Ага. Ручка. О. Школа хорошая. Йоги везде касается стола. Прямо здесь вот. Потрясающе. Здесь касается стола. И здесь ложится полностью. Очень мягко, но встало бедро. Услышала? Да, да, да. Так. Поднимаем ноги вот сюда. Так, вот это было плечо у нас, да? О, класс! Класс! Редкая девушка скажет класс, когда ее дергают за руку либо за косу, да? Это невероятное ощущение. Так, чуть-чуть туда, подвиньте. А, все. О, уже сам встает на место. По центру. Молодец. Так. Причем само встало сразу же. Так. Посмотрим шею. Просто расслабляйся, ты же мне уже доверяешь. Угу. Просто, что называется, отдайся ощущениям и наслаждайся. Вот тут уже все размято.
Осталось последнее, как называется, заключительное движение, штрих художника. Последний мазок через полотенце мы подтянем за череп. Таким образом, выравнивая все позвонки, вплоть до крестца и даже копчика, с такой глубокой декомпрессией позвоночника. Ложимся, пускай головку. Так. Вот. Тянется. Приходи в себя. Вы давно, друзья, боялись это сделать. Вы боялись прийти сюда и попробовать. Но на самом деле вы видите живую реакцию. Классно, да? Это вообще что почувствовала? Это прям код перерождения, честное слово. Тут, во-первых, энергия в кундалине сразу по всему столбу. Угу. Чувствуешь, да? Чувствую. Прям аж вообще прям все прям живое такое. Ну, чакры мы тебя не запускали, но я чувствую, ты же подготовленная. Тебя не сразу. Сразу заработали, потом хочется живой. Хочется плакать от счастья. Да? Пожалуйста, плачь. Можно все что угодно делать. А если вы еще к нам не записались и не пришли, то зря вы это делаете. По видео смотреть можно сколько угодно, но результат можно получить только здесь, на живой практике, на живой натуре. Согласна? 100%. Записывайтесь, это ощущение невероятное. Это прям вот возвращение, вот прям в настоящее. Снимай глаза, живое. Снимай глаза. Классно, это просто невероятно. Я прям себя ощущаю. Не знаю, у меня никогда таких чувств не было. Я даже хоть занимаясь йогой, какой бы массаж и не пробовала, это что-то... У меня такой тремор счастья сейчас. Это кайф. Спасибо. Это с чем-то. Я тебе тоже благодарен. Ну, а если вы еще не с нами, то приходите к нам. Ищите на всех просторах интернета Олег Алавгудвин. Он вас всему научит, все сделает, все покажет. До новых встреч, дорогие друзья.